Меня зовут Юлия Иванова, я ведущая праздника. Мой блог называется «Самый лучший день в чем». И сегодняшний выпуск посвящен выбору свадебного торта. Как его правильно выбрать, а главное, какого размера он должен быть, вы узнаете прямо сейчас. Я сегодня кручу земной шар на Экспо 2016. Всем бонжур! Сегодня прибыли в Париж. Позади меня находится собор Парижской Богоматери. Всем доброе субботнее утро. Сегодня из Парижа отправляемся в Ниццу, затем в Каны и Монако. 11:30 утра, и мы уже в Канах. Сейчас пойдем разведаем красную ковровую дорожку. С любовью из Парижа. Follow me, и только лучшее для вас в блоге «Самый лучший день». Я снимаю шляпу. Бессовестно красивая, бессовестно счастливая. Несколько интересных фактов. Белки без поцелуя не могут узнать друг друга. И закончилась слякоть и серость. В Москве наступила настоящая зима. Завтра 1 декабря. Дельфины – это социальные животные. Они живут в стаях от 10 до 100, иногда и более особей. И в Ельцин-центре мы проводим торжественное собрание, посвященное празднованию Дня работников бытового обслуживания. Гринкевич Илья Генрихович, директор саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Уральская ассоциация предприятий автомобильного бизнеса». Как трудно в нашем огромном мире встретить человека, который будет восхищаться твоими достоинствами и принимать твои недостатки. Если встать спиной к храму на крови, то открывается прекрасный вид на центр Екатеринбурга. Добро делать так просто. Покорми птиц осенью и зимой. Но это дает свои результаты и плоды. Когда тебе стоя аплодируют в конце банкета все гости, это так приятно и прекрасно.